Леночка, здравствуйте. Забрала я наконец-то мед ваш. Ой, какой он ароматный, душистый. Это самый любимый мой мед. Сколько я разного меда пробовала, но вот именно ваш таежный – это мой фаворит. Я каштановый еще люблю, башкирский. Вот, но все равно он уступает вашему таежному, поэтому я выражаю вам благодарность за ваш труд, за вашу любовь к этому делу. Дай Бог вам здоровья, процветания и долгих лет жизни. Поэтому спасибо вам большое.